Дина Рязанцева, 16 лет. Каждый раз просыпаясь, Дина надеется, что ей снится страшный сон. Но ее реальная жизнь похожа на ночной кошмар. Девочке некому рассказать о своих проблемах. Все вокруг считают ее отбившимся от рук трудным подростком. Кризисный центр. Здесь помогают женщинам и детям, подвергшимся домашнему насилию или оказавшимся в любой другой трудной жизненной ситуации. Как твои дела? Нормально. Ну, замечательно. Играешь? Да. Давай, беги. Верочка, привет. Как ты? Все хорошо? Привет, мой хороший. Ниночка, доброе утро. Ну, как ты? А дочка ночью не кашляла? Доброе утро, Анна Сергеевна. Кашляла немного. Я сегодня к вам вызову педиатра. Питание, подгузников тебе хватает? Ну, а пока что все есть, спасибо. Ну, хорошо, беги к дочке. Анна Сергеевна, доброе утро. Доброе. Я тебя ищу. Надо бы посоветоваться. Знаешь, меня беспокоит Нина. Стресс у девочки сильнейший. Анечка. Да. Будем с ней работать. Хорошо. Ничего, я думаю, справимся. Угу. Не спишь? Нет. Ты где так долго была? Я бегала. Тебе нельзя бегать, у тебя давление. Нельзя тебе. Мне надо бегать. Что с тобой? Откуда это? Это я с коляски в кровать перекладывалась, а спинку ударилась. Дина, ты маме спать мешаешь. Поздно уже, иди спать. Не пойду, отстань. У мамы режим. Пусть спит, я с ней посижу. Я кому сказал? Иди в свою комнату. Дина, делай, как отец говорит. Не хочу, я не пойду. Перестань, Дина. Иди, я устала. Мать Дины, Елена, стала инвалидом после страшной аварии. Дина была уверена, что отец тайком издевается над матерью, но мать отрицала это. Я все-таки нашла телефон тетки Нины Гусевой. Поговорила, она готова забрать Нину с ребенком к себе во Владивосток. Ну что же, тогда нужно подавать на лишение матери Гусевой прав и объяснить тетке, как оформить опекунство. Ну, надо связаться с опекой. Я боюсь, что это дело не быстрое. Желаю здравствуйте, дамы. Здравствуйте. Капитан Грохольцев. Владимир Юрьевич, я вам звонил. А, да. Анна Сергеевна Платова, руководитель центра, а это наш психолог Марина Михайловна Петровская. Очень приятно. Это взаимно. Я, собственно, к вам ненадолго. Наше управление заключило с вашим центром договор. Да. Вот меня прислали познакомиться. Если честно, не очень понимаю роль, которую буду исполнять в вашем заведении, но формальность исполнить обязан.
Вы считаете домашнее насилие формальностью? Ну, к сожалению, как показывает практика, если женщину бьют, значит, сама виновата. У нас как бывает? Придет к нам, поплачет, а потом сама же заявление забирает. Понимаете, это происходит от того, что отношения в таких семьях, они развиваются циклично. Муж бьет, потом просит прощения, жена верит и забирает заявление. Но ведь потом все сначала. Ну, это понятно. Чужая семья потемки. Ну, а мы что можем сделать, да? Приехать, пальцем погрозить для галочки. В ситуации домашнего насилия нет вины женщины. Насилие – это модель поведения, которую выбирает обидчик. А мы здесь как раз пытаемся сделать так, чтобы полиция смотрела на наших подопечных, как на людей, которых нужно защищать. У нас времени не хватает нормальных людей защищать. А вы мне здесь рассказываете про алкоголиков побитых. А я вам скажу, что почти 30% женщин регулярно подвергаются домашнему насилию. Причем часто из внешне вполне благополучных семей. И это не всегда побои. Проблема тут гораздо шире. Ладно, я вас понял. Приятно было познакомиться. Моя визитка. Вы звоните, если что. Непременно. После разговора с Платовой Грохульцев был раздражен. Он был уверен, что семейные дрязги – частая проблема, в которую лучше не вмешиваться. Зачем пришел? Ирка, ну возвращайся. Что, я без вас, Ирка, не могу. Я пить завяжу. Да, завяжешь ты как же. Ты же вон, уже принял, да? Ну я там чуть-чуть выпил-то, Верусь. Ну завтра-то все. Завтра нет, все нет, брошу. Нет, все, хватит. Мы разводимся. Вера, ты что несешь, Вера? Что, нашлась кого-то? Нашлась кого-то, что ли? Успокойся. Ты мне не указывай. Забирай Юрку, пошли. Я никуда не пойду. А вы, Вера, тихо. Что случилось? Быстро, пустили. Вера. Успокойся, Верочка. Скоро юристы из квартиры твоей разберутся, и ты уедешь к маме. Все будет хорошо, слышишь? С вами все в порядке? Да. Спасибо вам большое. Товарищ милиционер, а он из машины не убежит? Да не беспокойтесь. Там охранники и водители. Надо говорить полицейский, мама. Дай бог вам здоровья. Спасибо вам еще раз. Да не за что. И часто у вас здесь такое происходит? Да бывает. Из мужчин один охранник? Ну, нет. Еще нам помогают мальчики-волонтеры, а иногда и мужья, которые ко мне на занятия ходят. Мужья? Я думал, к вам только женщины сбитые обращаются. Да и женщины, и старики, и подростки. Любая кризисная ситуация в семье наша. Вон, старушку видели. Сын с женой на улицу выставили, квартиру отобрали. Алкаши, что ли? Участок мой? Нет. Они не пьют. Уважаемые люди, архитекторы. Значит, выходят все эти дела. Вы вдвоем с Анной Сергеевной разруливаете? Ну, нет, конечно. Я психолог, занимаюсь реабилитацией подопечных. А вот Анна Сергеевна у нас мозг. На ней часть юридических вопросов. Еще с нами сотрудничает юрист по семейному праву, работают социальные педагоги. А вот твердой мужской руки, так сказать, защиты не хватает. Ну, это я уже догадался. Ладно, буду время от времени к вам забегать. Хорошо. Поверьте, нам очень нужна помощь органов. Висишь как овощ. Поднимай руки. Ну, поднимай, я тебе говорю. Игорь, пожалуйста, ну дай мне отдохнуть. Бери резинку и тяни, я тебе говорю. Мам? Мама! Мама! Мама, что с тобой? Откройте дверь, мам! Дина, все хорошо. Просто стул упал. Ну, что ты колотишь? Мы заняты. Почему мама кричит? Ты что, ее бьешь? Что ты несешь? Постой, ты что, употребляла что-то? Где ты была? Нигде, гуляла. Пусти меня к маме! Мама не одета, у нас процедуры. Ужин на кухне. Ты не нужен мне, твой ужин. Не хами.
Дина, я не понимаю, ну что с тобой происходит? В семье такая ситуация, а ты... Не притворяйся. Ты ее ненавидишь. Ты делаешь ей больно. Я сама видела, как ты ее за руки тянешь. А сам улыбаешься. Да, возможно, я иногда бываю резок, но я делаю это на благо мамы. Она должна преодолеть себя и стать сильной. Да, Фаина Васильевна. Нет, нет, у нас все в порядке. А, ну, это мы просто мебель передвигаем, чтобы Леночке было удобнее на коляске ездить. Нет, 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 спасибо, спасибо, мы сами справимся. Угу. Немедленно убери все это и перестань орать. Соседи уже звонят. Лена, ешь бутерброд. Я не хочу, Игорь. Давай, Леночка, надо. Надо, давай, кушай. На, я не буду, Игорь. Дина! Налей мне чая. Я сам налью. Ой, прости, я нечаянно лед достану. Не больно. Дина боялась оставлять мать наедине с отцом, но и находиться дома у нее не было сил. Ее раздражала молчаливая покорность матери и притворная забота отца. Нельзя тебе. Пусть бегает, если мозгов нет, добегается. А мы с тобой, Леночка, сейчас будем заниматься зарядкой. Я не могу. У меня сил нет. Надо, Леночка, надо. Надо ручки развивать. Каждый день, доктор сказал. Не надо, Леночка, лениться. Почему ты кричала ночью? Я не кричала. Что с рукой? А, это... Я никак не могу привыкнуть к новому креслу. Ты не волнуйся, Дина, все хорошо. Чувство безысходности гнало Дину на улицу. Выливалось в изматывающий бег и общение с сомнительной компанией. Не хочу. Мне не в кайф алкоголь, когда бегаю. Говорят, бегать днем нельзя. Сердце страдает. Не гони, а как спортсмены бегают? Так-то спортсмены, у них нагрузка рассчитана. Мне пофиг, я не спортсменка, я для себя бегаю. Менты! Дитка, сваливай! Максименко, давно не виделись. Тихо. Дина бежит. Куда? Стоит. Она, товарищ капитан. Тихо, волосы тихо, синие, тихо, они тихо. Постоянно либо здесь, либо на чердаке в том доме тусят. Живутся. Жалко, стой. Хорошая у тебя особая примета, а? Пиво любишь пить? Лет-то тебе сколько, девочка? Я ничего говорить не буду, я свои права знаю. А, права она знает. А мама с папой твои знают, с кем и где ты тусуешься, а? Ясно. Ну что, лейтенант, поехали в отделение, оформим ПДН. Родителям позвоним. Не надо родителям, у меня мама болеет. Понятно. У всех у вас мама болеет, когда к нам попадаете. С отцом живешь? Да. Ладно, отцу позвоним. Пошли. Ну что же, Игорь Леонидович, следить нужно за дочкой, а то шляется по пустырям, чердакам, с пивом, у них хорошая компания. Вы поймите, товарищ капитан, у нас в семье сложная ситуация. Мать Дина инвалид, парализована после аварии. Отиделок отказывается, все на мне, а Дина трудная девочка. Домой ночевать приходит? Приходит. Она и ужинать приходит, и деньги у меня регулярно берет, и планшеты ей новые купили, и телефон, и вообще ни в чем отказа с детства. Только на родителей Дине плевать, и даже на мать больную плевать. Нет, это неправда. Мне не плевать на маму.
Ты врешь. Всегда врешь. Дина, прекрати. Стыдно должно быть. Вы лучше его посадите. Доброе дело сделаете. Дине противно было видеть притворство отца, но она не решалась пожаловаться полицейскому. Дина была уверена, что он тоже посчитает ее слова фантазиями трудного подростка. Ты видишь, так всегда. Не знаю, что делать. Так, ну что же, тогда передаем дело в ПДН. И будем работать. Адрес ваш у нас есть, так что... Товарищ капитан, я... Не думаю, что вам удобно будет приходить к нам. Жена сейчас в депрессии. На коляске, сами понимаете. Разберемся. Можете быть свободны. Спасибо. Дежурный, соедините меня с инспектором ПДН. Погоди, не нужно. От Грохольцева не ускользнула неприязнь девочки к отцу. Он вспомнил слова психолога Петровской о семейных кризисных ситуациях. Это натолкнуло капитана на мысль обратиться к ней за советом. Ты поняла, Нин? Главное, надо говорить спокойно. Вы поедете со мной? Ну, конечно, не переживай. Давай, иди. Иди. Здравствуйте, Анна Сергеевна. Здравствуйте. А это, часом, не Нина ли Гусева? Да, Нина Гусева. Так у меня заявление на нее лежит. Украла пакет молока в мини-маркете. Она украла молоко, чтобы накормить ребенка. Я все понимаю, но по закону я должен ее привлечь. Вы не там нарушителей ищете. У нас тут только потерпевшие, которым идти уже некуда. А все из-за таких вот, как вы. Подождите, пожалуйста, при чем здесь я? У нее мама с папой есть, чтобы думать. Мне не 16. Мать у нее алкоголичка, сожители меняет постоянно. И ребенок у Нины, кстати, от очередного сожителя. И, как вы понимаете, согласия на близость у девочки никто не спрашивал. А следующий сожитель матери Нину избил и выкинул на улицу с грудной точкой. У нее ни копейки, и документов у нее нет. Я человек на вашем участке новый. Что семья проблемы не знал. А вот ваш предшественник все знал. Только он плевать хотел на все эти проблемы. Вы зачем вообще сюда пришли? А посоветоваться хотел. Кстати говоря, тоже насчет одной несовершеннолетней девочки. В чем проблема? Есть семья одна. Вроде благополучная. Только мать инвалид, ну и отец все на себе прочитали. Девчонка во все тяжкие. Пьет, шляется не пойми где, не пойми с кем. Думал дело в ПДН отдать, да? Чем помогут? Ваш же случай. Хорошо, пройдемте к Марине Михайловне. Елена считала себя обузой для всей семьи. Винила себя за несостоятельность и недееспособность. Всю жизнь. Ты с мясом режешь? Я нечаянно. Алло. Рязанцеву звонил Грохольцев. По просьбе Платовой он предложил Рязанцеву привести Дину в кризисный центр на беседу с психологом. Рязанцев согласился. Он был уверен, что ему поверят больше, чем дочери. Всего хорошего. Никогда не мешай мне разговаривать по телефону. Рязанцев едва сдерживал раздражение. Он пытался вызвать сочувствие к себе, но Петровская дотошно расспрашивала его о Дине, будто догадывалась, не что эгоист. Ее бунт – нечто большее, чем просто подростковый баловала. Эгоизм. Теперь я бьюсь, а она делает мне назло. Компании, выпивка, синие волосы, бегать начала.
Она спортом начала заниматься? Да каким там спортом? По улицам круги нарезает, как безумная. Приходит домой, вся мокрая, глаза дикие, бред какой-то несет. Какой бред? Ужасы ей чудятся, сны, голоса, побои. Меня обвиняют, мол, я мать ее ненавижу. Вы представляете? Вы наркологу ее показывали? Да. Это здесь ни при чем. Там все чисто. Дело в том, что Дина психически нестабильна. Но это только опытный специалист может заключить. Я показывал ее специалистам. Мне так тяжело, вы не представляете. Игорь Леонидович, давайте сделаем так. Я посоветуюсь с коллегами, мы подумаем, чем можно помочь. А сейчас я попробую поговорить с Диной. Да, хорошо, конечно. Что за музыку слушаем? Да вы такую не знаете. А почему? Может быть, и знаю. У меня дети часто включают музыку на полную громкость. Мне нравится, а вот соседи жалуются. Дин, я вижу, что ты не хочешь говорить. Можно узнать, почему? А мне не нужен психолог. Я не психопатка. Конечно, нет. А психологи не общаются с психопатами. А с кем тогда? Психологи помогают людям в решении их сложных ситуаций. Можно я задам тебе вопрос? Спрашивайте. А почему ты бегаешь? Ну, мне нравится, так легче. А мне кажется, что ты хочешь убежать от проблем. Но от проблем не надо убегать. Их надо решать. Как? Ты понимаешь, любую проблему можно решить, если начать о ней говорить. Когда ты замыкаешься внутри, внутри у тебя скапливается злость и становится только хуже. Тебе просто надо найти человека, которому можно все рассказать. А я как раз такой человек. Правда? Мне кажется, что ты в беде, а я могу тебе помочь. Тебе просто нужно начать говорить. И я обещаю, что отец не узнает о нашем разговоре. Я не в беде. Моя мама в беде. А что происходит? Отец, он делает вид, что заботится о ней. На самом деле он над ней издевается, он маму бьет. Ты это видела? Слышала. Еще он ее к турнику ремнями пристегивает, подвесит и орет: подтягивайся. Нужно мышцы на руках развивать. И все время твердит, что это для ее блага. Дин, а почему вы с мамой не обратитесь за помощью? Мама не хочет. Она делает вид, что все нормально. Она боится, что отец уйдет, и а она инвалид, и меня отправят в детский дом. Давай договоримся так. Ты больше не ссорься с отцом, не провоцируй его на скандалы и постарайся мягко убедить маму, чтобы она тоже пришла к нам. Для начала надо просто поговорить, разобраться в ситуации. Хорошо? Хорошо. И главное, ты теперь под нашей защитой. И мы обязательно найдем выход. Беседа с Петровской вселила в Дину уверенность. Утром на прогулке она решилась на нелегкий разговор с матерью. На кого, Дина? На отца. Перестань прикидываться. Да что ты такое говоришь? За что? За то, что он издевается над тобой. Дурочка ты, Дина. Ты потаскай на себе бревно полумертвое. Дерьмо повыноси, тогда посмотрим, как ты заорешь. Другой бы на его месте сбежал давно уже. А он терпит, со мной возится. Все вранье. Вранье. Ну почему, а? Да, отец иногда раздражается, но это потому, что ему тяжело.
Если он от нас уйдет, мы пропадем. Ты в детдом поедешь, а я в дом инвалидов. Мама, пропадем, если он останется. Дине было обидно от того, что разговор с матерью не получился, а отец в глазах окружающих по-прежнему выглядит образцовым семьянином. Ой, Боже. Дина, ну... Ой, Леночка, здравствуйте. Гуляла. Как самочувствие? Спасибо, выносили хорошо. Ну и замечательно, и слава Богу. Золотой ты человек, Игоречек, золотой. Да, только не все это ценят. После неудавшегося разговора с матерью Дину охватило отчаяние. Бег до изнеможения, как обычно, отвлекал ее от безрадостных мыслей. Иногда после очередного издевательства над женой на Рязанцева вдруг нападали приступы показного раскаяния. Лена, ты прости меня, я не сдержался. У меня ведь тоже есть предел. А ты удавочку мне на шею. И все. Отмучаешься. Меня сводит с ума твое упрямство. Ты ничего не хочешь делать, не хочешь бороться. А зачем мне бороться? Я бревно. Ну зачем ты так? Но ты же знаешь, что это не так. В конце концов, я люблю тебя. Что ты любишь? Вот это? Ну что же теперь делать, раз случилась такая авария? Только терпеть и только бороться, Леночка, бороться! Не могу я бороться. Вот это меня в тебе и злит. Ты должна. Посмотри на себя. Ты с утра даже не расчесалась. Дай сюда. Не надо, Игорь. Не дергайся. Волосы спутались. Мне больно. Уйди. Я не хочу. А я тебе говорю, что надо расчесаться. Не хочу. Не хочу я расчесываться. Ничего я не хочу! Ах, не хочешь? Ладно. Сейчас мы тебе облегчим ситуацию. Чувство полной власти над женой позволяло Рязанцеву заходить все дальше и дальше. Сиди тихо. Не нужно. Тихо, я сказал. Сотрудникам центра необходимо было окончательно убедиться в правдивости слов Дины. Поэтому Грохольцев приехал к Рязанцеву, чтобы попытаться поговорить с Еленой. Чем обязан? Ваша дочь дома? Нет, а что случилось? Я же вам говорил, мы теперь будем работать. Мы вчера были в кризисном центре. Что еще? Могу я переговорить с вашей супругой касательно вашей дочери? Нет, мы сейчас заняты. У нас режим процедуры. Вам лучше уйти. Хорошо. Простите, что помешал. Зайду в следующий раз. Всего доброго. Подъезде Грохольцев столкнулся с пожилой соседкой Рязанцевых. Разговор с ней пролил свет на неизвестные ранее обстоятельства прошлого их семьи. Взаимно. Скажите, Фаина Васильевна, вы здесь проживаете? Да, 50 лет уже. Ну, говорите, что вам надо. Скажите, вот вы с семьей Рязанцевых хорошо знаете? Да, из Одинки, что ли, пришли? Вот добегалась от Урва. А ведь какая хорошая культурная семья. Значит, говорите, семья хорошая. Хорошая. Ну... Отец-то был богатый, а Леночка, ну так, замухрышкой была. Книжки читала, замуж вышла поздно, после 30. Ну, денег-то много, а женихов-то не густо. А за кого она вышла замуж? За отца Дины, я так понимаю? Да, да. А сам он откуда? Ну, откуда приехал, не знаю, но Николай не двора, понимаете? И папаша как-то не взлюбил его.
Все записал на себя и на Леночку. А ему сказал, ни шиша твоего нет и не надейся. Ну вот живешь и будь благодарен. Ясно. То есть квартира принадлежит Елене? Да. И квартира, и адвокатская контора. Все у них было пополам. А вот когда с Леночкой несчастье случилось, отец, к сожалению, не пережил этого и умер, царство небесное, так все Леночке перешло. Она в аварию попала? Да, не справилась с управлением, к сожалению. Месяц лежала в коме, потом парализация. Ну, в общем, посмотрел бы папаша, какой зять-то стал, Игорек. Золотой человек. Не бросил их. На руках ее таскает, вот на улице возит погулять. А вот Динка совсем от рук отбилась. Никого не слушает. Повлияйте на нее как-то, ведь мать-то жалко. Скажите, пожалуйста, а вот шумы какие-нибудь из квартиры доносятся? Ну, я имею в виду там, ссоры, скандалы. Да нет, ничего такого не было. Ну, что-нибудь упадет, или, может, Игорек на Диночку вскрикнет. А так, дело житейское. Ну, ладно, Фаина Васильевна, спасибо вам большое. Вы мне помогли сильно. Пойду, работаю. Ну, давайте. Заходите, квартира 304, я всегда дома. Хорошо, информацию принял. Всего доброго. Жена клоками выбрита, сидит как овощ. Возможно, он ее специально изводит ради наследства. Проблема тут глубже. Отец Елены этого Рязанцева всю жизнь давил. Значит, Рязанцев вымещает ненависть к покойному тестю на беспомощной жене. И маскирует это заботой о ней. Пустите! Меня прибивать, что поздно! Что это, Слав? Анна Сергеевна, здесь да. Девушка вся в слезах. Угу. В общем, очень возбужденно. Угу. Просит Марину Михайловну. Угу. Да, хорошо. Останьтесь здесь, пожалуйста, я сейчас. Диночка, что с тобой случилось? Откуда кровь? Тебя избили? Слав, иди на кость, спасибо. Это из носа. Мне Марину Михайловну нужно. Дина, меня зовут Анна Сергеевна. Марины Михайловны нет, но я знаю о твоей проблеме. Не бойся, говори. Отец маму на лысо побрил, как коляски привязал. Она плачет, а он будто ничего не слышит. Маме нужно срочно написать заявление. Иначе у нас не будет законных оснований, чтобы начинать дело, ты понимаешь? Да я ей говорила, она ничего не слышит. Она делает вид, что ничего не происходит. Она боится. Скажи, а когда я могу поговорить с твоей мамой наедине? Утром. А отца не будет, он поедет в больницу за какими-то выписками. В 10 часов. Хорошо. Напиши свой адрес. И в 10 жди меня у подъезда. Я буду с участковым, не пугайся. Договорились? Хорошо. Платова надеялась, что в отсутствие Рязанцева ей удастся убедить Елену обратиться за помощью. Но ее ждал неприятный сюрприз. Рязанцев отменил дела и остался дома. Здравствуйте. А вы кто? Платова Анна Сергеевна, руководитель кризисного центра. Как вы замечательно работаете, надо же. Я благодарен вам за заботу, но мы в своей семье справимся сами. Дина, доченька, пойдем домой? Я не пойду. Там мама ждет. Игорь Леонидович, мы здесь, чтобы помочь вам решить проблему с Диной. Спасибо, я сам справлюсь. Услуги вашего доморощенного психолога меня не устраивают. Ну, хотя бы с мамой Дины я могу побеседовать? Нет. Вы не можете вторгаться в мое жилище без соответствующих бумаг. Бумаги есть? Занимайтесь вашими кризисными алкашами и, пожалуйста, не лезьте в приличную семью. Даже присутствие полицейского не смутило Рязанцева. Профессиональный юрист, он знал, что пока Елена молчит, он полностью безнаказан. Как попасть к ней в дом? Сейчас пойду пообщаюсь с начальством. Не волнуйтесь. По идее, он должен затаиться. Потому что, будем надеяться, за это время ничего не произойдет. Хорошо, если вы окажетесь правы. Грохульцев сообщил Платовой, что разрешение на доступ в квартиру Рязанцевых ему получить не удалось. Ниночка, не спит? Нет. В опеке обещали решить твой вопрос быстро. Знаешь, тогда можно будет билеты покупать и в путь. Я вот хотела о чем с тобой поговорить. Ты знаешь, что имеешь право на половину квартиры матери? Нет, мне ничего не надо. Не, не глупи. В
Полквартиры – это приличные деньги. На них ты сможешь купить во Владивостоке отдельное жилье. Я мать видеть не хочу, мне ничего не надо. Послушай, тебе не обязательно ее видеть. Наши юристы все сделают. Я завтра с ними пообщаюсь, и все, и начну действовать. Ты мне веришь? Кому же мне еще верить, Анна Сергеевна? Ты моя хорошая. Платова всегда радовалась, когда ей удавалось решить проблемы своих подопечных. Но, глядя на счастливую Нину, она постоянно думала о том, что же ей нужно сделать, чтобы помочь Елене и Дине. Рязанцев подозревал, что дочь рассказала правду о нем психологу центра. Он придумал, как можно избавиться от Дины, которая подняла слишком много шума. Хорошо, я вас понял. Спасибо. Уезжаю. Анна Сергеевна, могли бы приехать во двор к Рязанцеву? Угу, спасибо. После звонка вездесущей соседки Рязанцевых, Платова и Грохольцев приехали к ним. Однако дверь квартиры им никто не открыл. Что вам опять здесь нужно? Где Дина? Мы с женой решили отправить ее в частный интернат для трудных подростков. У Дины серьезные проблемы. Она, как выяснилось, не всегда отдает себе отчет в своих действиях. И очень жаль, что сотрудники вашего центра не смогли правильно оценить ее состояние. А адрес интерната? Дина не отвечает на телефонные звонки. Конечно, не отвечает. У нее нет телефона. Это правило интерната. Всего хорошего. Рязанцев действительно отвез Дину в интернат, но сделал это тайком от жены. Он изолировал дочь, и теперь Елена была полностью в его власти. Куда ты дел нашу дочь? Я спрашиваю тебя, где Дина? Не молчи, где она? Грохольцев выяснил, в какой именно интернат Рязанцев отвез Дину. Но это не решало главной проблемы – насилие над Еленой, которая осталась один на один с Рязанцевым. Попробуем попасть с ним через инспекцию ПДН. Я пойду пообщаюсь с инспектором. Спасибо, тогда будем на связи. Я телефон не отключаю, так что звоните в любое время. Договорились. Угу. Владимир Юрьевич, удачи. После исчезновения дочери Елена чувствовала, что она на грани срыва. Спокойствие мужа сводило ее с ума. Я не буду есть до тех пор, пока ты не скажешь мне, где Дина. Я не обязан тебе ничего говорить. Я глава семьи, и я принял решение. Ты принял решение? Не смеши меня. Да, теперь наконец-то я могу принимать решение. Мне надоело вам всю жизнь угождать. Я не перепишу на тебя контору, пока ты не скажешь мне, где Дина. Ты говоришь так же, как твой отец. Я всю жизнь горбатился на него и на вашу семью, а он меня постоянно попрекал своим богатством и моим ничтожеством. Отец любил меня. И в отличие от меня, он понимал, что ты женился на мне ради денег и хотел защитить нас с Диной. Любящий, богатый папочка, тварь! Не смей так. Ни черта он не понимал! Я любил тебя! А у меня всю жизнь мордой тыкал. Я ненавижу его, ненавижу эти родовые часы. Они мне каждый день, каждым ударом напоминают о нем. Я тебя теперь ненавижу. Празднование годовщины свадьбы было важным семейным событием для Анны Платовой. Но оно было прервано тревожным телефонным звонком с неизвестного номера. Спасибо, дорогой, с терпением. Ты самый лучший муж на свете. Я сейчас растаю. Алло? Алло? Анна Сергеевна, с мамой что-то случилось. Я сбежала из интерната. Я не знаю, чей я телефон стащила. Я бегу, я уже в городе. Мама трубку не берет, отец тоже. Я позвонила соседке Фаине, она говорит, что там в квартире грохот и крики. Миш, мне ехать срочно надо. Я потом тебе все объясню.
Открывайте! Это участковый! Обеспокоенная соседка Рязанцевых позвонила Играхульцеву. Она сообщила о криках и шуме в квартире. Капитан немедленно выехал к Рязанцевым. Игоря Рязанцева с ножевым ранением увезли в больницу. А Дина с матерью нашли временное убежище в кризисном центре. Я его убила? Нет, он ранен. А мама теперь посадит в тюрьму? Нет. Лена, вы защищались, у вас не было другого выхода. Вы подвергались жестокому обращению, в том, что произошло, нет вашей вины. Нам с Анной Сергеевной кажется, что сейчас вам с Диной лучше остаться у нас. Зачем это? Не нужно. Мамочка, нам надо остаться, нам здесь помогут. Елена, дорогая, поймите, нам с вами нужно быть в тесном контакте, чтобы решить вашу проблему. Но, может быть, вам лучше поговорить с Игорем? Может быть, можно все изменить? Ведь я тоже виновата. Дина, ты пока приготовь чай, сходи на кухню. Это через коридоры налево, а мы поговорим с мамой. Хорошо? Да, хорошо. Елена, поймите, в ситуации насилия виноват только насильник. Если вы хоть раз подверглись насилию со стороны мужа, это будет продолжаться всегда. И тут нет вашей вины. Но какой же он насильник? Это все авария. Нервы. Игорь никогда раньше не поднимал на меня руки. Но он говорил вам обидные слова, унижал. Бывало, но... Но вот за унижением всегда следует физическое насилие. Это замкнутый круг, из которого вам необходимо выйти. Как? Что я могу? Лена, мы вам поможем. Именно для этого и существует кризисный центр. Вы справитесь. Вы, пожалуйста, проконсультируйте Елену, как ей заявление на мужа написать. Главное, чтобы она надумала. Мы постараемся ее убедить. Капитан поговорил с владельцем мини-маркета, и тот забрал свое заявление на Нину Гусеву о краже пакета молока. Анна Сергеевна, вы уж на меня зла не держите, что поначалу так несерьезно отнесся ко всему этому делу. Будем работать? Будем работать. Мариш, ну что? Ну что, я думаю, что и Елена, и Дина останутся здесь. Угу. Дело в том, что Рязанцев маргинал. Он надеялся выбиться в люди за счет женитьбы на Елене, но, увы, из этого ничего не вышло. А вот после смерти тестя он начал мстить Елене. И теперь ее состояние вызывает серьезные опасения. А Дина? Ну, а девочка... Девочка просто герой, сильный характер. Однако она стала свидетелем насилия. И, конечно же, ее психика тоже серьезно пострадала. В общем, им обоим нужна серьезная реабилитация. Ну, тогда ты пока с ними работай. А я займусь юридическими вопросами, подумаю, как можно максимально их оградить от Рязанцева. Но самое главное, что сейчас Дина с Еленой в физической безопасности. Платова с Грохольцевым работали с юристами, которые представляли интересы Елены Рязанцевой в суде. Грохольцев отыскал нескольких коллег отца Елены, и они согласились дать показания в ее пользу. Суд присяжных признал Елену невиновной.
Дина и Елена некоторое время жили в кризисном центре. Обе проходили курс индивидуальной психотерапии. Поначалу Елена пыталась оправдывать действия мужа, но сотрудникам центра удалось убедить ее, что домашнее насилие недопустимо ни в какой форме. Я предлагаю серьезные вопросы пока отложить, хорошо? А сейчас всем отдыхать и набираться сил. Ладно? Давай, Дина, отвези маму в вашу комнату. Хорошо. Спасибо. Не переживайте, не волнуйтесь. Я с вами. После бесед с юристами центра Елена решила подать на развод. Стараниями Платовой бракоразводный процесс прошел без участия Рязанцева. Рязанцев уехал в родной город. Для сотрудников кризисного центра это была редкая удача. Обычно даже после расставания насильник еще долго не оставляет свою жертву в покое. Петровская была убеждена, что Рязанцев не стал преследовать Елену, потому что она впервые в жизни смогла дать мужу равноценный отпор. Елену и Дину курируют органы опеки совместно с кризисным центром. Занятия в кризисном центре повысили самооценку Елены и позволили ей побороть комплекс жертвы. Она чувствует себя полезной и нужной людям. Марина Михайловна говорит, что я могу попробовать работать. Говорит, что сейчас много предложений на удаленке. Мам, это здорово. Дина вернулась в школу и больше не общается с дурной компанией. Она повзрослела, готовится к поступлению на юрфак, чувствует ответственность за мать и старается ее никогда и ничем не расстраивать. Дина, ты почему сейчас не бегаешь? Мне это не нужно, мама.